Вот это у нас бра. Вот это у нас люстра. Вот это у нас вот со щита. И это у нас выключатель. Мы сейчас на лаге будем соединять провода. Да. В принципе, их можно скручивать, но это уже прошлый век. Да. Технологии развиваются стремительно. Двоечка, 18 ампер на два подключения. Четверочка, на 26 ампер подключение. Угу. Вот мы ими сейчас будем расключать. Это у нас вот, который идет со щита. Зачищаем 1, 2, 1 и 3 миллиметра. 12-13 миллиметров. Это подваги. Подваги, да. Чтобы был хороший контакт и не было видно оголенного провода. Не было видно оголенного провода. Провод должен быть обязательно прямой, не изогнутый, а именно аккуратно сделан прямой. Так, вот мы надели так еще. А как она устроена, вага там внутри? Она там схватывает этот провод? Она сделана, пружина, стоит пружина разжимная. И между двух пружин, вот так, между двух пружин, ага, входит провод и зажимается. И еще пружина, она идет вот такой вот конструкции, она идет типа с зубчиками вот так. Угу. Вот, мелкими, мелкими зубьями. И вот, когда всовываешь, назад уже очень тяжело вытащить. Только покручивая и достаешь. Так, вот такая у нас. Вот, это у нас бра. Так как бра у нас подключаются напрямую, потому что они будут включаться через свой выключатель, ну и сразу и подключим. Так как бра у нас в основном идет с заземлением, значит, у нас есть уже заземление, приведено. Какой принцип сборки здесь, основные моменты? Заземления собираются все в одну вагу, да? Нет, вот это заземление, оно пришло на розетке. Так. А это заземление пришло у нас вот сюда, на освещение. Вот, заземление розеточное пойдет на свою, на 2,5, так как у нас, ага, сечение заземляющего проводника и сечение рабочего проводника нулевого, они должны быть одинаковы. Ага. Это у нас идет люстра. Угу. Значит, все нули собираются в одну вагу. Да, освещение. Освещение собирается в свою вагу, ну или... Розеточная группа в свою. А, розеточная в свою. Вот, ноль уже пошел. Так, фаза у нас подключается через выключатель. Да, вот этот момент. Здесь у нас... В одну вагу идут и фаза, и, нет, и ноль, получается. Нет. Синий и белый, да? Нет, это разные фаги. Это ваги соединительные, это не проходные ваги. Это когда проходные ваги, они в одну вагу можно и то включать. А это у нас соединительная.
А чем они отличаются, соединительные от проходных? У проходных вот этот контакт один, это контакт второй. А здесь четыре контакта. А. Это разные два контакта у проходной вай. Ага. То есть они все четыре в один пучок не собираются. Да. Понятно. Вот так. Это мы подключили. Теперь подключаем землю на люстру. Включаем фазу на выключатель. Так, вот. А это у нас идет розеточная группа. Сейчас мы безболезненно включаем. Подожди, давай еще раз этот момент. Вот у нас тут есть ваги, в которых соединены синий и белый, то есть фаза. Синий-белый, это у нас белый приходит с люстры, а синий приходит с выключателя. Угу. А с выключателя идет прямо на фазу. Угу. Сейчас некоторые имеют ошибочное мнение, что лучше рвать ноль, безопаснее. Ну, хотя так и было раньше в детских садах, в садиках, в школах разрывали ноль. Ну, ставили УЗО ША. Уже. То есть фаза с выключателя идет в общую вагу, а ноль с выключателя соединяется. Нет, это не ноль уже. Это просто как проводник считается. Он уже считается, как проводник. Ну, скажем, синий провод с выключателя соединяется с белым проводом лампочки. Так, да? Все, теперь идем включать. Правильно я сказал? Да. Сейчас идем включаем. Включаем, проверяем наше соединение. Ой, а что это здесь? Оголил. Ну, порезал просто. Это нельзя оставлять, да, концы такие? Только может ударить. Нет, мы сейчас проверим, где у нас прозвон. Делаем. Можно было прозвонить, не включая, но проще с напряжением. Концы разводим. И находим. Что находим? Какой из них провод за что отвечает? Да. У нас здесь перемычка и... Вот два бра у нас получается. Два бра. Второе бра. Вот коробка. То есть, в принципе, то, что мы его в пол положили, этот кабель без гофра, это не так уж и страшно. Да. У него такая очень мощная защита. Плюс не горючка. Вот, теперь мы ищем наши... Вот она, ноль, фаза и земля. А кабель у нас вообще мимо этой коробки идет, он там сам напрямую сразу на щиток получается с этого, с кондиционера. Да. Снимаем двоечку и еще четвереночку. То есть тут уже не проходные ставятся, а... В смысле проходные? Вага не проходная, а вага четверка, которая... Это соединительная. Соединительная. Которая все в пучок там объединяет. Как бы в одну скрутку. Да. Вот. Земля у нас есть. Теперь подсоединяем нули.
Подсоединяем фазу. В кабелях, все в кабель фаза коричневого цвета. Нюм. Все в кабель нюм. Ну, а нюм G белая. Включаем, проверяем, где у нас. А потом укладываем. А потом, да, аккуратненько. Эту грибницу. Ну, примерно так.